Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очень интересный тест донатного героя. Это будет там не огневик, не некрос, не минотавр. Это будет именно шапочка. Вот такой вот сборки. Недавно выбил воодушевление талантиком. Ну, у меня, как обычно, некому его ставить. На складе полно и так валяется. И решил потестировать на героя, у которого нету кулдауна. И у нас это будет шапка. Мы потестируем сейчас в рейдах, и в основное применение ее — это подземки, конечно же. Но я думаю, надо будет попробовать с ней побегать на битве гильдий. Как она выглядит, что имеет? Так, вот такая вот сборочка, 12-12, наносит 430% урона, 13 целей. Также восстанавливает себе 9% от здоровья. Но это восстановление, честно говоря, фигня. Самое основное — это урон 430 и 13 целей, не 11, как было раньше. Также воодушевление, которое генерирует 33 энергии в секунду. То есть фактически за 2 дополнительных секунды она будет еще раз бить. Там будут башни ее бить, там она бьет. То есть будет, по идее, в 2 раза больше эффект должен быть. Ну, ледяха это тут так стоит. По статам атака у него неплохая, 10803, плюс бонусом, плюс 12391. Почему так? Сейчас покажу. Жизни, как видите, у нее всегда мало было, ничего не поменялось. Бонус судьбы вот такой вот собран, она у меня с победным выпадом, плюс 25 к атаке еще дополнительно. А в снаряге, в созвездиях стоит крит удар плюс атака. Почему такой большой урон у нее? Сейчас тоже покажу. На ней стоит шестой сет грубой силы, который дает плюс 5000, 2 урона, также увеличивает на 35% атаку, и критические удары дополнительно наносят урон. То есть фактически она сейчас будет просто там разносить все с одной тычки. Должна любое здание разносить. Сейчас мы это проверим. Так, поехали. Вот она заряжается. Смотрим. Ну, конечно, ее сейчас сольют, наверное, быстро. Она просто ушатала всех героев. Вот вам, ребята, шапка с грубой силой и с воодушевлением. Не знаю, какие там герои были, я что-то не посмотрел. Но это реально жесть. Вот она добегает, она, получается, за счет воодушевления будет у вас практически всегда заряжена. Так, что тут у нас? Ну, смотрим, тут попробуем. Стрелка вроде нет. Сейчас она об хранителя может убиться с одной тычки, кстати. Смотрите, какой бешеный урон. Каждый, вот смотрите, долетела и сразу же удар. Это просто жесть. Что она делает? Ай-яй-яй-яй-яй, ворожей слил. Она бы, конечно, ушатала. Надо питомца, давайте питомца поставим на отхил. Ангела поставим. Ну, это просто жесть. С таким уроном бегать, это, конечно, весело. Смотрите сейчас, что будет с героем, если попадет. 560 тысяч крит проходит. То есть она их просто минусует. До свидания, половина героев. И причем у нее нету кулдауна. То есть она там разнесла вот 357 обычный удар. Ну давай, череп. Ну, череп ничего не смог даже сделать. Смотрим против Анубиса. Ну все, она все здания ушатала. Вот так вот. Тут сейчас может, конечно, обхранителя слиться. Так, есть стрелок. Вот видите, обхранителя сразу же моментально причем слилась. То есть настолько у нее много урона, что ее просто жизнь, ну... Так. Вот тут вот интересное. Попробуем сейчас отсюда зайти. Так, там малышник есть, стрелковая башня. Ну, честно говоря, не все пофиг. У нас ангел даже нормально. Вот малыша Ника, смотрите, Дрейка. Это просто жесть. Да она и хранителя ушатала. Вот это круто. Ну давай, Анубис. Кто, Анубис или она? Я в шоке. Я сам, честно говоря, не ожидал от шапки такого. Но это, конечно, еще и шестой сет. Вот Фрея. Ну, Фрея сейчас ее сольет.
Кстати, на Фрей она сейчас может нормально на этих разгоняться. Ну, 50% набирает. Жесть, короче. Ладненько, давайте потестируем. В основном это в подземках. Зайдем сейчас жестокое. Попробуем здесь, а потом пойдем на седьмое, потестируем такую сборочку. Смотрим урон. 430 тысяч. Вот смотрите, какая частота атаки. Вот можете со своей сравнить, закинуть, то есть в два раза меньше. Тут получается каждых, ну, грубо говоря, все время, как только она начинает бить, она уже заряжена. Тут плюс еще стан идет. Я думаю, сейчас будет просто жесть, что творится на седьмых кошмарках, в фуловом составе. Просто жесть. Под бафами там просто будут нереальные криты вылетать. Самое главное, что очень быстро будут сливать, она будет сливать полностью все такой сборки. Конечно, тут урона можно было поставить по-другому, грубую силу, но я чисто хотел посмотреть на скорость, именно количество целей, чтобы побольше било. Ну, тут ее эти сейчас мясо сольют. 82% она добежала. Да. Ну что, давайте. Где ее еще потестим? Давайте на арену пойдем, поулыбаемся. Правда, ей надо зацеп за что-то. Ай. Ладно, сейчас эту катку пройдем. Я надеюсь, что пройдем. А может и не пройдем. Нет, там Фрейя против. Так, вот сейчас против этого создать команду. Я надеюсь, она успеет. Не, к сожалению. Нет, давайте тут попробуем. Давайте сейчас сделаем. Так, стрелок, стрелок. Вот давайте против этого попробуем. Ну, тут вроде попроще. Нет, тоже есть. Ну, давай, 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 давай. Ну, не успевает. Блин, обидно. Хочется потестировать, посмотреть. В бег ее смысла ставить нет. То сейчас ведьма может заваншотить. Я, в принципе, ведьма сейчас должна попасть как раз в кулдаун. Не, таким составом мы тут точно ничего не сделаем. Ладно. Посмотрим на экспедиции. Какой у нее в действительности урон будет. Конечно, урона тут много не будет. Это не бывашка, как она была. Тут самое основное, это то, что она, вот смотрите, заряжается и бьет очень часто. Вот опять ударила. Ну, урона, в принципе, вполне с грубой силой хватает. Так. Ладно, собираем героев. Давайте сейчас по максимуму соберем героев, чтобы ее заряжали. Это мы берем Купидона, Вальку, Тыкву, Хранителя. Так, Купидон у нас собран. Валька. Возьмем еще эту Афину сюда однозначно. Дальше шапка. Тыква. Так, надо с кого-то ремочку стырить. Так, тыковка. Собрано. Так, тыква есть. Ставим еще Вальку сюда.
Поставим другую с оживой. Так, огнекрыл нам, в принципе, не нужен. Кого такого интересного еще взять сюда? Хранителя. Давайте еще хранителя возьмем на баф, чтобы максимальный баф был. Он тоже скорость нам даст. Так, есть хранитель, есть. Я не буду расставлять там особо. Будет только шапка собрана более-менее. Так, отлично. Можно будет, в принципе, потестировать ее даже не с этим, а потестировать. Давайте так, давайте сначала тест грубой, а потом возьмем железную волю, чтобы ее не станили. Думаю, это будет еще интереснее. Так, отлично, поехали. Магию берем. Так. Так, ускорялку и заморозку. Так, вроде все, всех взяли. Поехали. Кошмарка. Давайте. 7. Давайте 7-10 сразу. Попробуем с нее. Так, раз, два. Начиная с тыковки всех выбросили. Есть ускорение. Смотрим. Ну, посливались. Сейчас, секунду. Сейчас надо настроить панельку. Так, все есть, настроили. Оживляем и пробуем еще разок. Только не с этой подземки, тут очень много стана. Попробуем сейчас с первых. И потом дойдем сюда. Надо ей, конечно, железную волю ставить. Так, окей. Раз. Два. Завтыкал опять. Тут же у нас хранитель есть. Тут надо изначально морозить. Только потом бежать. Так. Есть, поехали. Раз, два, три. Сейчас, думаю, будет по красоте. Ну вот, смотрите. Это просто жесть, ребят. Это просто жесть. Она одна с атакующих героев. Просто развалила это все. Настолько у нее урона и заряда хватает. Просто какой-то бешеный пулемет. Раз, два, морозим. И выпускаем всех, начиная с тыковки. Смотрим. Что-то пошло не так. Так, ладно. Это просто жесть. Я однозначно попробую с ней побегать на битву гильдии. Конечно, там будет слив. Однозначно. Но я думаю, это будет очень интересно. Так. Ладно. Раз, два. Три. Пробуем так. Без заморозки изначально. Разогнаться. Так, заморозили всех. Но тут не на комби зацепиться. Видите, герои вперед бегут и все. Она не бьет просто даже. Вот это и проблема. Ладно, эту подземку мы пропустим, потому что тут надо на ком-то зацепляться. Надо хранителя искать. Плюс Афину мы еще взяли. Она тоже бьет впереди, получается. Не дает даже такие догонять. Давайте 7-3. Так, что тут у нас? Вот тут вот интересная подземка. Юнитов очень много. И тут есть у нас хранитель. Так. И тут есть малыши Ники.
Раз, два, малышник пропал. Выкидываем всех, морозим. Хранителя подморозили. Смотрим. Вот смотрите, как набирается урон. Это просто жесть, ребят. Просто, блядь, ни о чем. Одна шапка тащит. Поехали дальше. 7-4. Вот тут проблемная для меня подземка на китайке, возможно. Сейчас посмотрим. Если тут затащим таким составом ее на 3 звезды, то придется на китайке все-таки качать шапку. Так, окей. Раз, два. Выпускаем всех. Морозим. Уху-ху-ху-ху. Не, не прокатит. Не, не прокатит. Малыша Ника не убили. Ну, сейчас еще разок заходик сделаем, попробуем. Возможно, сейчас давайте все-таки поставим вместо грубой силы. Поставим железную волю. 10 секунд нам как раз будет нормально. Так. Снять. В принципе, тут даже... Нет, давайте все-таки пятерку найдем. Шестерку я ковать не буду, смысла пока нет. Так, на ком, вот она. Снять. Я не знаю, это просто жесть. Насколько можно обойтись без Анубиса? В принципе, шапку не так и сложно получить. Так, 7-4. Ну, давайте сразу. Не будем там кулдауны никакие ловить. Морозим. Вот ее малышиники все равно под станет. Ну, стан идет, идет. Видно, да, стан. Ну, 50% сделала, конечно. Можно, можно, думаю, пройти. Малышейников надо только убить. Смотрите, героев разносят. 50% налегке прошли. Без всяких там минотавров, анубисов и прочей фигни. Одна шапка атакующего плана. Ну, Афина там. Ну, Афина как бы действие в зоне. Так, поехали дальше. 7-5 попробуем. Тут у нас хранитель, и тут у нас есть юниты. Тоже будет, думаю, интересно. Раз, два. Кинули всех. Так, хранителя вроде успели заморозить. Не знаю, ли получится у нас с остальными героями. Даже 40% набрали. Думаю, сейчас даже получится пройти. Ну, тут юниты мешают. Надо юнитов чем-то слить. Ну, интересно будет, если мы без Анубиса затащим. Без Минотавра, так. Окей. Раз, два. Поехали. Ай, включилось очень быстро. Там Афина, видимо, заряжает не по-детски, если атакует. Надо сразу же морозить, пока еще не добегает. Жестко, жестко, конечно. Вроде успел. Ну? Жесть, ребят, это просто жесть. 92, 95, 97... Ну, блядь, чуть-чуть нам не хватило. Чуть-чуть нам Ронин помешал. Ну. Блядь, почти 100%. Вот это имбище. Вот это кайф. Вот этот талантик тоже, кстати, офигенно заходит. Так, 7-6, пробуем, у многих тоже тут проблема.
Тут наверху юниты. Давайте попробуем тут зайти. Вот так вот сразу. Чтобы юнита выбрать. Не, ну тут без вариантов, я думаю. Хотя можно будет попробовать сбоку. Сейчас попробуем еще зайти, если получится. Если нет, то пойдем уже там на 7-9. Еще ее тестанем. Ну, однозначно, очень крутая сборка получилась. Так, это, по-моему, одна. Так, а ну-ка еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, семь, шесть. Да, где юниты вверху. Давайте попробуем вот тут вот сбоку зайти. Интересно. Раз, два. Поехали. Заморозили. Ну, у нас тут, конечно, ворожая нету для снятия дебафа. Не, отсюда не вариант. Только надо через юнитов. Пробуем еще разок через юнитов. Получится, не получится. Если вы уже захотите, напишите в комментах. Я постараюсь таким составом пройти седьмую кошмарку, потому что не хочу сильно растягивать видео. Так. Так, так, так. 7-6. Пробуем сверху забежать. Не-не-не-не-не-не, не катит. Хотя долбит она неплохо. Но это надо будет пробовать. Пробовать надо будет, думаю, можно будет затащить. Там тотемов очень много и нужен, скорее всего, ворожай ставить. Так, окей. Ворожай будет получше, чем Валька. 7-9 для многих проблемная. Пробуем тут. Как обычно, заходим отсюда, с этого угла. Попробуем тут кулдаун еще попасть. Так, раз, два, три. Выпустили всех. Смотрим, пробуем. Давай, шапка, тащи. 47. Без проблем вообще. Просто, блядь, жесть. Это просто жесть. Это мы там особо с питомцами, с артефактами не заморачивались для героев. А можно сделать так, чтобы их не станили, чтобы был максимальный разгон. То есть, чтобы башни их не трогали, поставить им всем железную волю. Ну, в общем, можно нахимичить неплохо. Ну, как видите, прошли без проблем. Ну, пробуем тут еще. Так, тут у нас есть тотемы. Обезвредили. Так, раз, два... Поехали. Три. Заморозили. Так, сердцеедку. Да шатает жестко, конечно, она. Ну нет, не знаю. Тут, конечно, с ронинами проблема. Ронинов надо всех попасть, чтобы их посливать. Давайте еще с другой стороны попробуем. Но я вижу, что это немножко проблемно будет. Ну, в общем, смотрится очень круто. Так, давайте попробуем. Вот тут вот у нас ронины есть. Красавчики бегают. Сейчас мы попробуем их заморозить. Так, ускорение. Заморозка, щит. Попробуем с этой стороны. Семьдесят. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, да ладно. Офигенно просто. Практически, ребят, практически прошли. Смотрите, ронинов посливали. В общем, я думаю, можно на 100% затащить тоже, без проблем. Не знаю, реально очень круто смотрится сборка. Пишите в комменты, как вам вот такая вот шапочка. Ну, мне она очень понравилась. И, как видите, действительно она... топово выглядит на подземках. Именно для подземок она и как бы в основном предназначена. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. Всем пока.